В апреле специалистами управления городского хозяйства было проведено обследование автомобильных дорог, по итогам которого выявлено порядка 7 тысяч квадратных метров дефектов в виде выбоин, просадок и колейности. Самые большие дефекты дорожного полотна выявлены на улице Чернышова, проспект Нефтяников, улица Ленина. К работам приступили, а окончание планируем до 15 июня. По итогам аукциона текущим ремонтом дорожного полотна занимается строительная компания «Ювис». К работам подрядчик приступил 8 мая, начав с жилого района Западный, отметив, что уже выполнены работы на улице Нагорная. Сегодня ремонт дорожного полотна проводится по улице Железнодорожной, дальше перейдут на улицу Чернышова. На улице Железнодорожной происходит фрезерование тоже локальных таких участков и укладка верхнего слоя асфальтобетона. Основная масса ляжет на улицу Чернышова. Там большинство сплошных стяжек, тоже есть колейные участки, поэтому основная масса туда, улица Чернышова, до моста, до пересечения улицы Ленинградской. Основные этапы ремонтной кампании представители жилищно-коммунального хозяйства обсудили на рабочем совещании с главой города. На эти цели из городского бюджета направлено 5 миллионов рублей. Дополнительные средства в размере 10 миллионов выделены решением городской думы.